Среди зрителей было немало иностранцев, которые, преодолев многочасовой перелет, приехали поддержать свои сборные. На стадионах они очень активно болели за игру, создавая особую атмосферу для всех. И, как отметили на пресс-конференции, показывая пример особой культуры болельщика. Праздничное настроение создавали и волонтеры. За время матчей группового этапа к ним поступило порядка 70 тысяч обращений. Все они будут проанализированы и учтены в будущем во время чемпионата мира по футболу. Протестировали на стадионе и безбарьерную среду. Всего во время матчей группового этапа ФИШТ посетили более 500 человек с ограниченными возможностями здоровья. Загрузка и разгрузка стадиона по времени соответствует всем нормативам и в целом является одной из лучших на стадионах с такими параметрами. После окончания Кубка Конфедерации ФИШТ будут готовить к Мундиалю, но параллельно он может быть задействован под матчи сборных или игры команд Премьер-лиги. Благодаря Кубку Конфедерации в копилку города попадает стадион ФИШТ и тренировочные поля. То есть это дает нам возможность претендовать на статус футбольного центра тренировок и команд Премьер-лиги, потому что мы знаем, что и наша сборная, и другие клубы тренируются, в том числе и в соседних государствах. Мы надеемся, что Сочи станет достойной альтернативой этим площадкам.